Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Resource Mold. С вами Северин, и мы продолжаем играть в замечательную игру Seven Days to Die. Похождение Кракозябры. Привет, ребята! Вот это я! Всего лишь я! Так, я не понял, в чем дело? Хоп! Хоп! Да, что-то меня ноги не держат. Вот. У нас с вами кровавая луна почему-то, но я же привык к таким кровавым лунам. Как вы помните, в прошлой серии, обрезанной, маленькой, обкусанной, ну, в общем, небольшой серии, нас подбросило вверх непонятно куда. Вот так примерно. Бум! Мы упали и погибли. Так, рюкзак у нас получается по карте. Вот там. Не так далеко. Мы с вами собирали камни для скрапа. А насобирали мы 155 штук. Надо ровное четное количество. 154 штуки, это 77 скрапа. Итого будет у нас 80 скрапа. Отличненько. Так, я бы еще подобывал, кстати. У нас инструменты здесь. Ладненько, возьму вот эту паршивую. Да, мотыгу. После того, как я фиолетовой привык пользоваться. Другие я за мотыги уже не считаю. Так. Ребята! Дверь мою бьет! Эту? Не? Эй, ты! Эй, кто там? Кто здесь? Что-то разбивают! Негодяи! С такой дубинкой я долго буду с ними сражаться. У тебя что-то есть внутри? Да, много у него есть. Его, наверное, рот заклеили, чтобы не мог позвать на помощь. Так и погиб. Так, ребята. Это мы тоже пока временно сюда сложим. О, баночка, еще один скраб. И мне надо что-то помощнее. Ого, 250 камней, это чересчур много. Это лишняя ячейка будет все время заполнена. Так, камушки у нас здесь. 250. Ну, эти 18 можно сюда. Так. Хе! Скраб придется добывать, ребята. Наружу у нас как такового толком нету, да? Да, только патронашки. На-на-на-на-на. Тут у нас садовый инвентарь и непонятно что. Снайперская винтовочка, да? Кстати, там есть фонарик. Я не знаю. Фу, снайперская охотничья. Разогнала снайперская. А, фонаря нету. Все равно все синего цвета. Сделаем все синим цветом и отремонтируем. Ну, один патрончик в ней был. А? Так. Хочешь чем-то идти? Но не голыми же руками. Так. Это сюда. Патроны у нас, патроны. Все там, наверное, остались, да? А, с одним патроном я далеко не уйду. Не, ребята. Без толку. Мне нужен шотган. Так у меня тут с оружием получается... Хо-хо-хо. Проблемчики. Ничего, не в первый раз в рукопашку. Ха! Кракозябровский спецназ! Уже в стену. Вписываюсь вместо дверей. Ток-ток, я ваш друг. Ха-ха! Пойдемте добывать назад наш рюкзак. Так. Работает у нас фонарик? Кстати, фонарик. Мы сейчас и шлем можем потерять. Так. Отсюда ремонт невозможен, вот неудачка.
Давайте поскидываем это и это. Это я жду, чтобы поломались перчатки. Сделаю получше качество. Так, шлем ремонтируем. Сразу 6 металлических полосочек. Тут сколько полосочек у нас уйдет? 8. Нормально, не так много. Тут ткани сколько? 2 вообще. Шары, так сказать. И 4 металлические полоски. Отлично. Закидываем все назад. Так, я не понял, почему ты в шлеме? По идее, ты должна быть без шлема. Игра! Не обманывай! Да-да-да, пугай меня, музыка. Я и так боюсь. Все, все дело. Так, это лишние доски. Чтоб ячейку не занимали, будьте у меня палочками. Все отлично. И, кстати, отремонтируем и дубинку. Вот я такие дубинки не очень-то люблю. Шипами больше урона наносит. И зомби быстрее погибают. Ну, давайте этот отремонтируем, так и быть. 21. 21 полоска металлическая. Дофига. Так. Жалко как-никак. Не понял? О, включилось, не глюч. Кстати, давно ты тут что-то стоишь, мне глаза мозолишь. Смотрите, как долго этой зеленый 2 раза приходится нажимать, 2 раза бить по ним. Так, это вот ты тут мне прыкалась, дрыкалась. Вот где мне 2 разбили. Так, где тут проникновенчик? Чуть не сказала проникающий. Нету? Что, удрал? Понял, что я спускаюсь, и жилки, поджилки затряслись. Это не порядочек. Давайте быстренько дверь сделаем. И так скрапа мало, я еще на дверь должна расходовать. Иногда хочется что-то, знаете, вот. Так, стой. Да, а чем я буду заколачивать? Ладно, просто дверь. Топорик-то я не взяла, там у меня топорик есть. Так, рюкзак, мы бежим в твою сторону. Бежим темной ночью. Видишь, как я тебя обожаю, рюкзачок. Хоть меня вон там и сверху пугает эта луна, подмигивает мне единственным кроваво-красным глазом. Тем не менее, все равно иду в твою сторону. Так, тут уже все нормально. Травы по пояс, по колено. А то было не то, не сё. Так, ребята. Не, ну это уже... Это уже, извините, издевательство. Я в потёмках должна идти. Что за фонарик на шлеме? Светить не так, не сяк, непонятно как. И мусорки пустые. Так, по идее, тут зомби должны быть. Если мусорки пустые, да? Собрали с них. Так, олень, иди отсюда. Не привлекай внимания. Я тут как светлячок свечусь в чистом поле. Вон там точно кто-то должен быть. Сторожка. Мы, кстати, там не смотрели. Может быть, это такой вот гаражик. И там... Там, где рюкзак, прямо, могут быть канистры с топливом. С топливом. Так, по пути, ребята, сразу. Ну, не дубинкой же, ладно. Добываем камни. Добываем, в первую очередь, на скраб металлические фрагменты. Это мне еще не хватало. Было здесь, оставайся тут. Так. На всякий. А, бегают зомби. Бегайте, бегайте. Только вы не в том направлении бегаете. Там мой рюкзак. Туда не бегите, в другую сторону бегите. Видите, я стараюсь по дороге все собирать сразу. Чтоб потом не искать опять, где эти камни. Никто не услышал, не? Не. Так.
Давай, давай, давай! Вы зеленый долго как! Фиолетовый с одного раза добывала. Ой! Где? Так, попробую встретить. На-на-на-на-на-на-на. Что? Все закончились бегать, да? Когда твою голову добить можно? После четырех вы не бегаете! Ну и сына, хулиганка. За то, что меня напугал, корявый такой стоит. Так, кстати, один раз мы вот так такого костика обещала вам показать. Елочка своеобразная. Тисовый куст. Погибли. Маленький такой, как нас ударил. Челюсть вставная улетела. Вставная. Челюсть настоящая, своя, родная, улетела. Папа! Видите? Без шипов, как долго. Она гладкая, дубиночка, и скользит по поверхности, по башке ихней. Так, бьет, скорее всего, по камням. Пройти не могут. Там лагерёчек. Ребята, ребята, мне нужны мои дубинки. Чем быстрее я ее найду... Кстати, я правильно шла. Правильно шла. Вот это, по-моему, да? Ха-ха! Нашла! Нашла коса на камень... нашла я дубинку, наконец-то! Так, факел можно уже убрать в стороночку. Так. Примерно вот так. Нет, не вот так. Вот так? Не, не вот так. Вот так я располагаю, как мне удобнее. Вот так. Это сюда, тут туда. Здесь это там, где тут. А там, где это, тут вообще там. Так, все запутал своими высказываниями. Кстати, молоток, подожди. Тут целая ячейка. Вот возле лагеря воткну, чтобы было видно. Мне издалека, что тут жилище. Вот какое-то. Так, хава. Кто на меня? О, нормально. Мусор. Сейчас мы еще скрапа наберем, ребятки. Мы ж пошли фактически за скрапом. О, патронашечки. Ага. О. Ну что, давайте тут разберем. Это жалко выкидывать все-таки. Ладно, в первую очередь это на скраб. Две жестяные банки. Потом нам такого качества дула не надо. Это ерунда. Так, можно разобрать синего цвета. Так, что еще, что еще? Тоже такого качества не надо. Экстрелы остальные, жаль, нельзя разобрать. А может, мы их используем как-то разочек, а? Ребятки. Так, 29, это получается 14. Ну, должно быть ровное количество. Но это будет сейчас ровное. Итого 29 плюс 1, 30, 15. Так бы потеряли одну штучку. Мы не такие, что просто так отдаем и теряем. Так. Ладно. На металлические полосочки. Это пока пусть остается как оно есть. Лук, что ли, сделать, используя стальные стрелы? На-на-на. Так, что у нас есть поесть? Зеленый горошек. Сюда дубиночку. Хорошая дубинка. О! Еще здесь? О! Какого цвета? О! Коммунистического! Тут юные коммунисты отдыхали в палатке. Так. И рядом не определившиеся партии. Желторотики. Так. Вот что? Отлично! Это с этим получается целый скраб. И у нас уже 106 штучек. Живем, ребят. Так. Здесь камень, да? Давайте добьем и этот камень. Сейчас посмотрите, как быстро я нормально киркой работаю. А? Разочек, а? Видели? А? Вот что значит фиолетовый, не зеленый. Зеленый, я устал прямо. Так я вам скажу. А как быстро, а? А как я, а? Ладно. Расхвалил тут себя выше крыш. Ну и давайте еще эти два камешка.
склад, где можно быстро скрап насобирать, когда имеешь хорошую кирку. Так, и этот камешек. Ну не нравишься ты мне. Так, больше уходит по два раза, когда устаешь. А я реально устал, да? Вот еще один камешек, чуть не упустил из виду. Да, устала, устала. Все собрала? Все. У нас уже... Сколько у нас? Где? Где? 39. Опять одна в пролете. Надо еще найти штуку. Чего-то металлического. Не хочу терять. Мы нашли, как всегда. Так, сил у меня нету. Выпьем кофеечку. Сейчас по-быстрому будем работать. О! О, что значит отдохнувшая женщина? Горы свернуть может. Отоходим. Еле-еле рубим. Так, стоять. Камушки вижу. Скраб. Сейчас все камни в округе разобью. Так, все пособирала. Видите, как быстро добыча идет. Стоит только хорошо отдохнуть. Или самой себя простимулировать. Кофеечек выпить. Так, это образ мы с вами не изучали. Я где-то там видела домик в той стороне, да? Опа! Сумочка. И понасобираем немножко угля опять. Так, зомби, не отвлекай меня. Все? Ну ладно, ладно, ребята. Вы хотите посмотреть, как я ему между глаз попаду? Примерно вот так, да? Не буду убегать. Доставлю вам удовольствие. Вот, все, что я и хотел. Стоять. 69 штук, плюс еще одна. Итого 70. Еще 35 скрапов. Не храпов, а скрапов! Скрапнули. Так, тут пусто. Ну, мне этот порох не очень-то и сдался. Хотя, знаете, я жадная женщина. Давай сюда, порох. Тебя хватит. Тебе уже мертвым ничего не надо. Ни припарки, ни порох. Она пошла отсюда. И ты тоже. Я сейчас в ударе. Бью все подряд. Так. Где-то там. Ты что тут танцуешь? Давай вместе покрутимся. Так, у нее таблеточки уже неплохо. И где-то здесь, где... Ты посмела мне подножку сделать? А ты смотрела, ничего мне не сказала? Ладно, с тобой отдельный разговор. Так, где тот домик? Помните, мы с вами его видели? Так, запрыгнула. Где домик? В принципе, он должен был на нашей карте обозначиться. А ну отошел от моего угля! Слышь? Отошел от угля! Че ты уголь жрешь? А ну пошел! Уголь невкусный! Смотри на него! Примастился, кушает! Уголечек ему понравился! Нет, уголь классная штука, я вам скажу, ребята. Как-то быстренько все добываю. Не, вон еще. Я ж помню, где-то еще заметил уголь. Давайте возьмем еще. А, как хорошо. Мы рядом с базой эту местность, территорию еще не изучали. И сколько в ней прекрасного. Водичка, и тут база должна быть. Затем холмом 100% гараж. Сейчас пойдем наведаемся к местным хозяевам, как они там поживают. Так, меня уже преследуют. Так, тропинка, тропинка. О, сколько камней, ребята, ага, живу. Так, он не сюда смотрит, так и смотри не сюда. Да что же это такое? Да мы с вами живем, ребята. Я просто не знаю, я в восторге.
Вроде все собрала. Так, домик, домик, домик. Давайте добудем еще эти камни, пока у нас есть силы. Потому что сейчас здесь мой кофе закончится, и мы так быстро поработать уже не сможем с вами. Так, ах, сколько тут камней! Царство камней! Сюда! Давай, давай, давай! Опа! 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 О, жадность моя не знает границ! Иди сюда, сюда, маленький мой камушек, а! Так, чё? Я обожаю рушить. Ломать не строить. Так. Еще три камушка и рядом при том. Вы что тут? Так сказать, чпок-мок, шпок и плодитесь. Видите, сколько вас тут рядом, мама, папа и сынки. Так. Так. Давай сюда, младенца. Заберу с собой. Так, больше нету тут. Чё, младенец какой-то? И гнёздышко. Отлично. Отлично, что я взять не могу. Так, на переработку. На переработку. Это нельзя переработать. Иди гуляй. Так, ребятки, мне, похоже, понадобится с ними разобраться. Это они меня преследуют! Я что, преступница какая-то? Знаете? За кем погонитесь? Того и наберетесь! Да ладно меня пугать! Маску сними! Страшную маску сними! Я сказал, маску сними! Ха-ха-ха! Это не маска! Ха-ха, сгнивший! Ха-ха, кошмар! Ха-ха! О! Так можно и сходить по-большому! Вот тот домик, ребятки! Мы с вами нормально шли! Так, смотрите, платье у него все в крови! У тебя что там? Критические дни! Критические дни, спрашиваю! Чё, мама мокрая там, вот он, в крови все снизу! Иди отсюда, не испачкай меня! Ну ладно, гвозди так и быть, возьму. А зачем мне эти гвозди? Камушек. Слезь с этого камня, я его добывать сейчас буду. Давай, давай, слезай. Ну чё ты ходишь? Думаешь, слезть, не слезть? На, ребята, ну я смогу тогда не спеша обыскать. О, даже пофлиртовать с медсестричкой. Можно вашу голову? На досмотр. Мозгов нету. Так, выпиваем, ребята. И сразу сюда пустая банка добавляется, а у нас свободная ячейка. Толстяк, ну как же иначе? Папашка пришел за дочку заступиться, да? А так? Левый, а правый? Да-да-да-да. Не думай, что я тут. Раз женщина, значит слабенькая. А ты все ходишь, крутишься, вертишься, да? Давай, давай, давай. Это мой домашний зомби. Я его в клетку посадила. Так. Тук-тук не получится. Это я! Да. Это я? Не ханает. Кстати, ребята, у нас 68. У нас четное число. Скрапа. Сейчас отойду немножко, чтобы все были у меня. На виду 68 это у нас 34 скрапа. Если нечетное количество, желательно сделать его четным. А какая-то четкая подружка. Так. Ну давай, давай, давай. Парень ее, что ли? Так на меня шел злобно. Кто, где? А, ты приятель этого? Парня той девушки. А тоже можешь схлопотать без проблем. У меня в городе была секция по карате. Я так обучала карате. Вот так, шпагат, давай, вот так вот ногу тебя подержу, растяжку. Так, садись, глубже, глубже, шпагат, но. Так, опусти коленку, не с очкой.
Шмагаться здесь! Так, Ван Дам, ты мой! Так. Кто тут еще? О, свалился с камня! Ну, конечно, высоко как! Да, пришла медсестра! Только поздно! Так. Мне пустили кровь? Кровь пустили, не то взяла! Вот. И посмотрим, что нам тут принесла. Ничего, как кровь пускай, так первый на очереди, да? Давайте я сама себе сейчас перебинтую, хоть перелома нету, но освобожу ячеечку. Мне это хотя и не нужно, но знаете как? Аж оброки не пустые были. Ну, прям не знаю, один раз возьму и вот эту переработаю штуку. Так, а мне? Мне. Я сейчас собирать будет некуда. Да и некогда. Так, кто-то еще идет. Сейчас он нам поможет. Поможет собирать добычу, ресурсы. Где? Тот? Ах ты мой хороший, заблудился, дорога закончилась, все, не знаешь куда идти. Вот здесь твой последний. Хе. Последний конец. Кстати, конец у тебя есть там? На, зарылся. Ух ты, умер здесь, поднялся туда. На, ребята. Сейчас он шандарахнется, мы это ему организуем. Так, гвоздички. На-на-на-на-на. Опять у нас переполнено с камнями. Надо было вообще оставлять камни. Пособираем. Пособираем. Сейчас упадет вон тот вот трупяр в воздухе. Трах тебе, так-так-так, падай вниз. Давай-давай-давай. Опа. Еще держишься? А, на этом камне держишься. Опа. Опять? А, еще можно под тобой пробежать? Да? Ой-о, ребята! Труп в небе! Ух ты! Давайте рассмотрим. Так, это анатомия. Вон та большеберцовая косточка. Так, вот разругающийся плоть. Вот какой позвоночник отличненький. Так, это что у нас, череп? А чей череп? У него вон голова есть, а то что за череп? Так, это, ага, понятненько, кости большого таза, скорее всего. Ну, нормально, ребята, поизучали немножко анатомию. Хе-хе, да, может, все-таки упадешь уже, а то ты меня нервируешь. Только не перья. Отлично, кошелек, кошелек, чей кошелек? Мой, конечно, кошелек. Так, 6 штук, четное количество на скраб. Ага. Тут у нас. Надо что-то слопать. Ням-ням. И у нас 2 баночки будет. Хава. И это тоже на скраб. На, наверное, я пить хочу. Еще выпью. Еще сюда пустая баночка. О! Сюда. Вот как мы все разместили. Ну, так и быть. Гвоздики тоже заберу. А то я прям не знаю. Пока мне не надо. Хотя, вот этот бинт использую. У нас здоровье чуть-чуть ушло. Сейчас мы используем его. И у нас оно подымется. Загорится ярко. Но поднялось, но не загорелось. Загорелось, когда чуть перекосим вот этого. Ням-ням. Тоже не загорелся, но мы сыты, ужравшиеся. Все. Не есть, не пить не хотим. Спотыкаемся уже на ровном месте. Обкушались. О, сколько камней. Это перегружено. Так. Так. Чтобы еще выпить. Ладненько, переработаю тебя на скраб. Так и быть. Качество кирков! Это меня мало соблазна иметь. Так, что, давай!
Ана! В левую руку, в правую руку, давай! Какой рукой тебе ударить? Ваш, я буду дубинку мизинцем возьму. Вот так, хоба! Ты что хотел сказать? Вот так, молчи. Когда с тобой женщина разговаривает. Женщин слушать надо. И не шушур, мур-мур. Так что там? Травинка! Травинка, иди отсюда, не бегай за мной, травинка! Да не бегай за мной! Травинка, фу! Фу, фу, фас, фу, фу, какой фас, фу! Фу, травинка, отстань от меня! Привязалась! Так, отлично, еще камешек. А, как я обожаю добывать камни. По-моему, мне уже столько камней не надо. Я могу выпускать вовсю. 48, опять четные. Два нечетные хочу и... а что я хочу? Вот, гвозди использовать. Мне нечетное количество надо чего-то. Может, у меня найдется что-то металлическое. Скрапну. Привет! У тебя тоже проблема, да? Да шо у них у всех критические дни? Все платье в крови. Так, березка, березка. Какая-то березка. А корабли свои разденул. Она пшала отсюда. Давай, давай. Только не на меня ложись. Вот для березок тут примастился такой. Весь из себя. Хо-хо-хо. Какой невинный. Так, ребятки. Ах, как нам с углем везет. Нам просто супер везет с углем. Это серия у нас по добыче. По добыче всего, что мы увидим своими жадными глазенками. И нахребачим вот крявыми загребущими ручонками. Кстати, почему крявыми? Вполне даже ничего. Прекрасными, я бы даже сказал. Фу, бе. Еще сгнил. Так, нам такие бутерброды не нужны. У нас нечетное, надеюсь, количество. Где, 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 я не... А мы что, не собирали? Ах ты, ё-моё! За этих гвоздей! Я не собирала металл, что ли? Ай, мана-мана! Где я тут разбивала? Где? Где? Где-то тут камень был, да? О, насобирала. Во! Ах, ё-моё! И там тогда получается... Где-то я тут собирала и не... Только камни села. Где тут был? Где я тут камень собирала? Какой? Где? А, ребята! Сама себя обдурила, обграбила. Вон там какой-то камешек, давайте хотя бы с него что-то добудем. Зря рубачила. Так, 10 штук. У меня все тут было забито, и металл просто тупо не брался. Вот это виновата. Вот так. Фу. Держи все в руках. Так, так, пальцы, пальцы сомкнула, так. Релаксируюсь. Ну, какое-то бревнышко. Хоп. На-н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 а. А, фу, держи себя в руках. Фу, так, спокойно, крокозянушки. Не, ну сколько я потеряла железа? Так, крокозябра, так, медитируй, медитируй. Хари, хари, хари. Хари Кришна с нами поехала у крыши. У нас, Хари Кришна! Чё-то мне по башке не дала. По крыше. Ха, ты дерево. Так, ребятки, все, я пошла, пфу, еще ветками в лицо. Я пошла наверх. Что мы тут еще добыли? То, что добыли. Уже все. Спулили. Камушек? Ну, камушек, прости. Я сейчас немножко не в настроении, потому что я несколько металлических этих, как их, потеряла. Сейчас я на тебе.
Я тебе немножко вымешу зло свое. Зло. Вот так. И вот так. Ай, и вот так. И кто там еще? Ты, да, ты. Иди сюда. Да я у тебя, я у тебя. Вот так бы зомби мочить. Так, опять я не могу брать. Нормально. Так, в чем проблема? Баночку съесть надо. Съела баночку. Выкинула эту баночку. И собирай металл. Иди банка отсюда. Опять? А, собрала. Где еще я тут разбивала? Все вроде. Опять та же картина. Нет, я перегружена. Я перегружена. Давайте пойду оставлю все. А, 21 штука. То я сейчас себе пальцы повыдергиваю. За то, как я добываю ресурсы. Этих камней меня уже тошнит от того, сколько их у меня уже. О, каменные негодяйки. Вон, вон, ну куда еще? На еще 250. На еще 250. Эти 58. Зачем мне нужны? Так. Далее. Тут у нас патронашки. Металлические такие стрелочки. А? Стальные, вернее. Так, порох. Что у нас еще тут? Ага. Из дубинок поставляем. Для красоты, конечно же. Так. Это тоже сюда. Молоточек с нами. На переработку. Пустые маночки, спиртик. Так, спирт, вперед. Ха-ха-ха-ха. Так, что я еще тут хотел оставить? Давайте немножко еще поставляем. 83 сделаем. Нам 3 с собой вполне хватит. И аптечек слишком много. 4 достаточно. А то найдем аптечку. Куда ее ставить? Все забито. Так, досок слишком много. Пошли собирать дуры с досками, а? Нормально? Так, яичко. Так. Эти все бутылки мы оставим с той стороны. Так, отсюда иди. Отсюда иди. Пивасик. Пустые баночки сюда. Пиво сюда. Кофе сюда. Ага. Ладно, это пока сюда. Ну все, что, пошли, да, а? Так, ничего такого не же металлического в одном экземпляре. Ладно, колеса так, на всякий случай. Если что-то где-то, ха-ха. Будем иметь в виду. Ну что, ребята, в этой серии мы с вами... Ах, хорошо, не на Коле. Закрыла хоть дверь, успела? В этой серии мы с вами пособирали разного. Разных подземных ископаемых, разного скрапа. Так, это что у нас? Где отсюда? Я где-то зомби видел. Где-то зомби видел. Он тот, что ли? Давайте мы с вами разберемся еще с этим зомби. Олень, не мешайся, иди отсюда. Просто хочу металлическую еще одну найти. Так, он меня не видит. Так, туалет. А это мы возьмем. Присядь в туалет! Попал попкой? Ну, не совсем. И ничего металлического. И мы с вами будем здесь расставлять везде факела. Наготовим штук. Штук, ой, как штук. Штук я прям не знаю. Ну, давайте так, 16. Обставим тут все факелами, чтобы было хорошо видно вокруг. И будем продолжать. Ну ты вообще обнаглел. Так и хочет умереть. Не знает как. И будем с вами уже продолжать делать гараж. Обустраивать его, ставить крышу. Только это мы сделаем. Может, у нее металлические есть что-то. Или в мусорке. Ну да, ничего. Мне надо одну металлическую, любую детальку.
Вещичку! Так, и это все грязное. Есть! Есть! 21 штука. Того 10 делаем, видите? Одну теряем. Добавляем, и того 22. Уже 11 штук скрапа. Все! Так, кушать мне не надо, хотя... Поставлю консервы там внизу, чтобы наверх все время не подниматься. Тем более, скоро вы бегать начнете. А я подстрахуюсь. И этот промахнулся мимо туалета, присел. Какие-то вы все... А, косые. Так, ну что, ребятки. Эх, мое любимое занятие, камни собирать. На этом мы будем с вами прощаться. До следующей серии. В следующей серии мы конкретно займемся уже гаражом. Пока-пока, бай-бай, с вами была Крокозябра. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Вверх, пальцами туда, на небо. Пока-пока, бай-бай. Хе-хе.